Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал, в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Ну что, мои хорошие, с Рождеством вас! Надеюсь, все загадали желания. Пусть все ваши желания обязательно сбудутся. У нас опять солнечный день. Посмотрите, как весь дом залит солнцем. Вы мне там писали: Лена, посадите в палисаднике елки. Нет, друзья, в палисаднике, скорее всего, буду сажать какой-то кустарник, может быть, очень низкие деревья, но не елки. Если посажу елки, у меня будет темно в доме. Поэтому я очень дорожу светом, который присутствует вот в доме в таком количестве. Посмотрите, как светло, как все хорошо. Я не люблю темень. И посмотрите на Моньку. Леша ему дал еще одно имя. Он его называет «Жизнь удалась». Он очень любит лежать вот так на спине. И действительно, жизнь удалась. У нас сегодня на улице, друзья, минус 20 градусов. Представляете, 20 градусов мороза. Наверное, и молоко мое сегодня не приедет. Вот уже 10. Наверное, машина не завелась. Эх, ну ничего, подождем. Если что, у меня есть еще молочко, так что, может быть, и перебьюсь. Но такие морозы будут стоять у нас дня 3, это точно. Конечно, не 20 градусов, там идет послабление. Вот. Но очень хорошо. Тихо. Воздух свеж. Пуська улеглась на сундучок. Вот такой сегодня у нас солнечный денечек. Там Маруська лежит, как королевна, да? Моется, умывается. Да, Шпулька. Марусь, у тебя тоже жизнь удалась, да? Аня пришла как-то. Не знаю, как встать, чтобы кадр не темный был. Вот так, наверное. Она ее не узнала. Говорит: Маруся, ты ли это? Она поправилась, распушилась. Такая стала большая кошечка. Да, Марусечка? Вот. Ну, а я, друзья, решила вам сегодня, по вашим же просьбам, немножко рассказать все-таки вот об этом изделии, об этой шторке, занавесочке, и немного показать, как я это вяжу. Вчера поступил, да и не только вчера, еще была такая просьба: Лена, давайте вот хотя бы два рядочка покажите, как вы это делаете, как вяжется патентный столбик. Вот, ну, схема каймы, друзья, я вам уже оставляла в каком-то видео. Можно сделать скриншот. Кто у меня в друзьях на Одноклассниках, те могут скачать схему. Кто не в друзьях, пишите в комментариях ваш адрес электронной почты. И я вам вышлю тогда эту схему узора. К сожалению, в сообществе сейчас нельзя оставлять. Вернее, их можно оставлять картинки, но они не открываются почему-то. Пустое окно. Вот, поэтому, кому интересно, кому нужно, присылайте ваши электронные адреса. Я вам повысылаю тогда. Вот это, конечно, мне займет время, но я вам вышлю. Значит, давайте немножко я расскажу о процессе, а потом начну показывать. Значит, смотрите, когда вы свяжете кайму на нужную вам ширину, да, которая
вам нужно, там окно это будет у вас, или может быть даже скатерть можно так, ну дорожку, скажем так, связать. Вы потом наберете вот отсюда петли, чтобы вязать вверх. Естественно, вот здесь сформируете кантик, сколько он у вас там будет занимать. У меня вот 5 столбиков. И дальше начнете вязать вот этот узор. Если вам сложно вот расположить вот так цветочки, хотя здесь ничего сложного нет. То есть вы уже, когда свяжете кайму, вы уже научитесь вывязывать вот этот цветочек. Вы уже поймете, сколько он у вас занимает клеточек. Раз, два, три. Клеточка, 5 воздушных петель и столбик. Вот и считайте, сколько вам, как вам нужно расположить эти узоры. Естественно, изначально, я же не знаю, какая у вас там будет ширина. У всех, наверное, разная будет, да? У меня получилось, что у меня вот таких вот цветочков 10. То есть я изначально, когда провязала кайму и набрала уже петли сюда, здесь просто связала мережку такую вот, то есть столбики, а потом через столбик. А потом уже начала вязать вот этот узор. Узор состоит, значит, столбик, 5 воздушек, столбик, 5 воздушек. Второй узор, это вот эта вот галочка из 4 воздушек, прикреп столбиком без накида. Вот. И вот я так и расположила. То есть у меня узор этого цветочка составляет 1, 2, 3 вот эти вот клеточки, состоящие из 5 воздушек. И они располагаются, естественно, по диагонали. Вот и я так их и расположила. То есть здесь вот цветочек, потом раз, ну, изначально вы же вяжете вот отсюда, да, это уже второй листик цветочка, значит, вам нужно оставить между заполненной клеточкой раз, два, три, четыре, пять. 5 вот этих вот раппортов по 5 воздушек, 5 клеточек, чтобы разместить следующий цветочек, который будет выше. Вот и все. Естественно, я посчитала, какие клеточки у меня лишние получились. И изначально у меня получилось, что вот здесь не 5, а 6 клеточек. Ну, так петли получились, да? Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом заполняем. А дальше через 5 клеточек. То есть 1, 2, 3, 4, 5 заполняем клеточку. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И в конце занавески, естественно, тоже 6 клеточек, но это у меня так получилось. Вернее, здесь будет 2 клеточки, а поскольку диагональ, здесь будет располагаться 6 клеточек. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, то есть первый ряд заканчивается цветочек, лишние 2 клеточки, здесь 6 клеточек, но раппорт между ними 5 клеточек. То есть это вот эти клеточки, не входящие вот в этот раппорт узора с одной и с другой стороны. Вы посчитаете, что вам нужно 5 клеточек для вывязывания, вернее, не 5, а 6 клеточек, да? То есть 1, 2, 3, 4, 5 это между. Моня, не мешайте мне. Между цветочками и одна заполненная. Все, что лишнее, вы там разделите и разместите вот эту вот, ну, как бы то, что не входит в раппорт узора. Не знаю, понятно я объяснила или непонятно, но тот, кто хочет, тот поймет. А вообще, друзья, хочу сказать, что нужно иметь пытливый ум и не цепляться иногда к словам. А то мне пишут, показываю мастер-класс там какого-то узора, ошиблась, сказала там столбик, допустим, без накида, сказала с накидом. И тут же поправляют. Что же вы говорите одно, а делаете другое? Друзья, ну, конечно же, человеку свойственно ошибаться. Ну, это же очевидно, что я ошиблась. По узору-то видно. Вот, поэтому я просто призываю вас не цепляться к словам, если вы видите эти ошибки, а вы должны их видеть, если вы уже вяжете или, ну, учитесь.
Уж столбик с накидом и столбик без накида, я думаю, что отличается друг от друга. Поэтому немножечко давайте думать и включать мозги. Так, ладно, это рассказала. Вот, так что вот эти вот цветочки располагаются по диагонали. То есть у нас здесь получается 6 клеточек, в конце там вот вы видели 2 клеточки. Следующий ряд наоборот, 2 клеточки начинается цветочек, и дальше пошли, и вот так чередуется. И, естественно, с обратно, с другой стороны, то же самое, только в зеркальном отражении. Вот. Ну, я не хотела вот как бы начинать незаконченный цветочек, чтобы он был здесь, чтобы все цветочки были целиком вывязаны в полотне. Поэтому вот так вот такая диагональ идет. Вот. А вообще очень удобно связать кайму, ширину, да, а потом добрать петли и вязать уже, когда у вас связано какое-то полотно, очень легко вязать потом вверх. С воздушной цепочки сложно начинать узор, когда у вас ничего нет, и по этим воздушным петлям, по этой тоненькой ниточке нужно начать вывязывать полотно. Поэтому вот этот вариант с поперечной каймой, которая вывязывается вот так, да, то есть кайму же мы вяжем вот так, и соответственно, вывязываем вот здесь полотно, к которому очень легко потом прикреп сделать и вязать уже вот так вверх. Сюда на окошко я тоже буду вязать занавесочку. Может быть, знаете, такую коротенькую. Вот почему-то сюда мне хочется коротенькую занавесочку, чтобы верх стекла был, ну, голым, без занавески. У меня есть соответствующая пряжа. Сейчас я вам ее покажу. Ну, а кто совсем начинающий и сложно распределить вот эти вот цветы, да, можно связать просто вот этим вот узором занавеску без цветов. И тоже будет красиво. Набьете руку, поймете, что к чему. Там следующую работу сделаете уже с цветочками. А вообще свяжете, можно связать вот эту кайму по схеме, и тогда уже будет проще понять, как распределить, как вывязать вот эти цветы. Когда-то давным-давно, я не знаю, может быть, года 3 назад, мы с вами вязали вот эту тунику «Ивушка». Вот. Это обычный квадрат с прорезью для головы. Ой, она у меня наизнанку, да, ну ладно. И дальше я вот эти вот клеточки просто тамбурным швом дырочки вот эти заполняла. Получилась вот такая зеленая полоска по этой ивушке, вот такая нежная. И у меня осталось 200 грамм вот здесь, может быть даже 250. Это итальянский лен. Уже нет этикеточки. Линок называется пряжа. По-моему, сейчас ее не выпускают. Очень-очень тоненькая-тоненькая ниточка. Вот сюда я хочу из этой пряжи связать, ну, такую занавесочку, которая будет хорошо гармонировать вот с этой шторкой. Рулонная штора, которая опускается. Здесь у меня еще есть. Кстати, надо закрыть, потому что сейчас будем вязать. У меня есть вот такая штора, которую я опускаю, чтобы не видно было. Вот. Так что сейчас вам покажу и патентный столбик. Ну и немножко пару рядочков свяжем как раз вот этого узора, который вам так понравился и пришелся по душе. Итак, друзья, поехали. Значит, у меня здесь, естественно, будет вывязываться вот уже цветочек. Вот первый ряд цветочка я уже связала. Вот он, этот ряд здесь. Сейчас мы вяжем ряд вот этот. Если сложно вывязывать вот этот цветок, естественно, вы можете просто связать вот этими галочками вот такую красивую сетку, к
как я изначально вязала, но потом распустила. Вот, видимо, нужно было вывязать другой узор и с красивой каймой. Итак, раз, два, три, четыре. Это петли подъема. И теперь вяжем кантик, да? Вот вам патентный столбик. Как он вяжется. То есть мы сначала делаем накид, вытаскиваем, провязываем вот столбик без накида, а потом вяжем накид. И такой столбик получается выше, чем столбик с одним накидом. И он просто идеально подходит для филейной сетки. То есть столбик с одним накидом коротенький, короче, а с двумя накидами это уже слишком большая дырка. Поэтому вот этот патентный столбик, он просто, ну, идеально подходит для узоров филейной сетки. Я всегда, когда вяжу узоры филейной сетки, всегда использую этот патентный столбик. И, естественно, немножко потом увеличиваю петли на там воздушке. Так, 3, 4, 5, накид. И теперь вот сюда, вот в этот столбик предыдущего ряда, вяжем патентный столбик. То есть у нас клеточка 1, 2, 3, 4, 5 состоит из 5 воздушек, одна клеточка и одного патентного столбика. Вот и все. 2, 3, 4, 5. Накид и патентный столбик. Очень нежная получается занавесочка. Очень нежный узор. Четыре, пять, накид и патентный столбик вот сюда. То есть вы первый ряд можете просто связать столбики с одним накидом, а второй ряд уже вот вывязать вот этот ряд, который я сейчас показываю. И дальше уже вот этот нежный узор состоит из двух рядов. Всего лишь два ряда, а получается вот такая красота. Вот я дошла до цветочка. И вывязываем сейчас цветочек. То есть у нас под воздушные петли, вот следующий ряд я буду вязать под воздушные петли 5 столбиков вот этих патентных. И у нас этот заполненная клеточка будет состоять из 5 столбиков под воздушки и, соответственно, 2 столбиков по бокам. То есть получается 7 столбиков патентных. 5 столбиков под воздушные петли и 2, вот, которые обрамляют их. Так, я их называю стойки. Ну, такой вот блок получается. Все, заполнили. Вот этот ряд мы сейчас вяжем. Вот он. А следующий уже будет. Вот нам нужно будет заполнять 3 клеточки. Сейчас вот этот ряд. Лепесточек нижний. Вот нижний лепесточек нашего цветочка вяжется. Все, дальше вязание повторяется. Раз, два, три, четыре, пять. И патентный столбик через 5 или воздушек, если с воздушных петель, либо если вы провяжете первый ряд столбиками, все столбики патентные, то вам, конечно же, здесь нужно будет пропустить внизу 5 вот этих столбиков и в шестой связать патентный столбик. 3, 4, 5. А вообще, друзья, я говорю, вот те, кто
хочет научиться вязать. Так, телефон садится. Надо подзарядить. Раз, два, три, четыре, пять. Те это сделают в любом случае. Посмотрят видео, посмотрят схемы, возьмут крючок и начнут вязать и немножечко включать мозги. Так, так идем до конца ряда. Итак, я почти дошла до конца ряда. Здесь вам еще хочу показать одну хитрость. Раз, два, три, четыре. Три, четыре, пять. Как я вывязываю вот эти вот, чтобы здесь не менялось количество столбиков. То есть вот в первый столбик мы вяжем. Это раз. Помним, что их должно быть у нас 5, да? Вот, раз связала. Крючок у меня 1,25, если я забыла сказать. 2 столбик. Патентный. 3. И вот, казалось бы, последний столбик, да? 4. Но нам надо связать 5 столбиков. Поэтому последний столбик я вяжу вот, хватаясь за наши петли подъема под них. Это тоже важный момент, потому что неряшливо получается, но люди не понимают, как же здесь, чтобы вот эти столбики не менялись, как же их вывязать. Раз, два, три, четыре. Вот это наши петли подъема. Первый столбик мы вяжем не сюда, а вот как бы во вторую петлю. Так, Маруся, не мешайте. Так, сейчас я их выгоню. Вот надо же обязательно прийти в самый неподходящий момент. Так, у меня что-то, друзья, с фокусом. То есть петли подъема это столбик раз. Вот это столбик второй. Третий. Четвертый и пятый. Обязательно просчитывайте. И вот мы начинаем вязать второй ряд узора, но сейчас будем вывязывать вот в этих клеточках наш цветочек. То есть сейчас мы будем вязать вот этот ряд. То есть нам нужно сразу вывязать 3, ну то есть 2 листика и серединку. Вяжем. Раз, два, три, четыре. Вот это то, о чем я говорила вчера. 4 воздушки, не 3, как по схеме. Раз, да что ж такое. Раз, два, три, а 4 воздушные петли. И патентный столбик. Так, еще один такой с галочкой. Раз, два, три, четыре. Прикреп сделали вот сюда под арочку столбиком без накида. Раз, два, три, четыре. Сюда же патентный. И сейчас у нас лепесточек начинается. То есть мы вяжем 5 столбиков под воздушные петли патентных. 2, 3. Чтобы вязать патентный столбик пучечкой, вот здесь придерживайте вот этот накид. И тогда легко вывяжется этот столбик. Ну, это надо прочувствовать. Так, сейчас узелок развяжу. Завязался. Итак, 4 я провязала. 5 сюда же. 5 столбиков под воздушки. И 6 столбик вот сюда, заполненную клеточку. Так, сейчас, друзья,
Уже отвыкла я вязать в камеру. Да и зрение ухудшилось, вообще ничего не вижу. Так, шестой вот сюда. И нам сейчас нужно вывязать серединку. Как мы ее будем вывязывать? Воздушная петля. Ищем один столбик, пропускаем. А во второй этой заполненной клеточки вяжем столбик. Опять воздушная петля. Столбик пропустили. Сюда вяжем столбик. Воздушная петля. Вот как раз мы пропускаем столбик. И вот в крайний столбик у нас получается столбик. То есть сеточку такую мы вывязали вот в серединку нашего цветочка. Вот этот ряд. Дальше опять у нас идет заполненная клеточка. Мы уже с вами знаем, что под воздушные петли мы вяжем 5 патентных столбиков. 3, 4, 5. И шестой вот сюда, вот в этот столбик. То есть у нас клеточка заполняется, я уже говорила, 5 столбиков под воздушки и вот 2 столбика основания. То есть 7 вот здесь получается петель или столбиков. Ну и дальше пошли вязать наши галочки. 1, 2, 3, 4. Прикреп столбиком без накида под арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4. Вот она наша эта галочка. И сюда патентный столбик. Вот. Ну и дальше все повторяется. 2, 3, 4. Повторюсь, начинающие свяжите просто вот столбики, клеточки и галочки в них. И получится у вас тоже очень нежная занавесочка. И так далее. Сейчас вот еще одну клеточку мы заполним галочкой. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида сюда. Вот арочку. 1, 2, 3, 4. И дальше опять у нас идет листочек. Я уже его вам показывать не буду. Вы уже знаете. Здесь заполняем, а здесь вяжем сеточку. И здесь листочек. И вот таким образом у нас будет вывязываться полотно с цветочками. Но повторюсь, вы можете связать вот эти вот 2 ряда между собой повторяющиеся. Просто клеточка из 5 воздушек и второй ряд, в ней галочка, и все. И у вас тоже получится очень красивое нежное полотно. Вот вам покажу начало вязания этой каймы другой пряжи. Это астра троицкая. Здесь ниточка тоньше, чем ирис, и полотно получается грубее. Вязать сложнее, потому что нитка почему-то, вот видите, она вся путается. Нужно обязательно, чтобы моточек лежал внизу. Допустим, вы сидите на кровати, а моточек внизу. И тогда под натяжением у вас не будет вот так путаться эта пряжа. Я из такой пряжи вязала Лешику рубаху летнюю. Вот. Кто давно на канале, тот видел, я уже не помню. Белый мак называется. Кто хочет посмотреть, наберите в поиске YouTube мужская туника «Белый мак» Елена Ситникова. И вы найдете это видео. Вот, может быть, продолжу вязать. У меня такое желание связать, ну, чтобы эти занавески были во всем доме. Во всяком случае, если не в пол, ну, не на все окно, да, но чтобы была занавесочка. Так что вяжите, имейте пытливый ум, не придирайтесь к словам, будьте добрее,
люди к вам потянутся, и у вас все получится. Ну, а на этом я буду заканчивать уже сегодня затянувшееся видео. Еще раз поздравляю вас всех с Рождеством и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.